Одним из памятных мест, которые посетили участники марш-броска сегодня, стала братская могила защитникам Родины. На старом кладбище в южной части Черкесска захоронено около 300 бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны или умерли от ран в госпиталях города. Также мероприятия прошли у некоторых памятных мест, связанных с днем освобождения региональной столицы. За всем наблюдал корреспондент Артур Мхце. В этой братской могиле на старом кладбище Черкесска захоронены бойцы, погибшие в годы Великой Отечественной войны, либо умершие от ран в здешних госпиталях. Поисковая работа людей, неравнодушных к истории родной земли, помогла установить сведения о примерно 7 десятках воинов. Их фамилии были выгравированы на мемориальной плите, установленной в 2020 году. Дань надо отдавать всегда умершим, погибшим. Пока они в нашей памяти, они живые всегда. Хочу сегодня тоже высказать, ученики пришли отдать память умерших здесь, которые похоронены от ранений. Это большое дело наших детей. Мы должны как примером показать, что мы делаем. Пришедшие к мемориальному комплексу школьники – участники марш-броска, который в этот день прошел по всем памятным местам, связанным с освобождением города. Представители нескольких поколений отдали дань уважения погибшим бойцам, вспомнили о наиболее значимых эпизодах военного времени и возложили цветы и венки к плите с именами защитников Отечества. Группы ребят посетили и другие мемориальные сооружения, места расстрела мирных жителей на Пятигорском шоссе и в северной части Черкесска. Еще одно мероприятие состоялось при участии представителей КПРФ, которые традиционно отдают дань уважения освободителям около памятника на проспекте Ленина. Мы, коммунисты города Черкесска, ежегодно приходим к памятнику, который поставлен в память о погибших бойцах, освобождавших город Черкесск, и возлагаем цветы и венки. Это наша традиция. Мы считаем, что обязательно нужно хранить память о том, как наша страна воевала с фашизмом. Под развивающимися на ветру красными флагами звучали слова о важности сохранения истории, памяти о героическом и трагическом прошлом, о людях, которые отстояли мир. Также был отмечен труд тех, кто сейчас помогает находящимся в зоне СВО военнослужащим и жителям новых российских регионов. Благодарности в частности получили волонтеры организации «Зов Родины» за доставку гуманитарного груза в детские дома Донецкой Народной Республики. Артур Мхце, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.